Доброе-доброе, всем утро из Магадана. 7 утра. К сожалению, сегодня очень хорошая погода, ледяной ветер. Градусник показывает, точнее, термометр в телефоне, минус 6 всего. Но на деле, пока я отошла от дома, у меня замерзли руки в перчатках. Так, я пока на торговом комплексе. И мы сегодня в рамках проекта, я Анжела пошла на помойку, мы идем гулять в соседний район на помойку, район рынка Ладья и 24-я школа, ну или гимназия, как ее называют. И как вы заметили, несмотря на то, что сейчас 7 утра, сейчас проехало несколько автобусов, видимо, это утренние маршруты. Люди стоят на остановке. Видимо, это те люди, которые едут на работу. У нас работают магазины продуктовые, работают какие-то учреждения. Вот. Сейчас я, вот это восточная медицина, сквер Болдырева. Ой, сквер, господи, уже что я говорю, это не сквер. Это площадь Ленина. А, фу ты, это площадь космонавтов. Да, я не подготовилась, заодно замерзла, мне уже дует, надо одевать капюшон. Загорожено все вот этими лентами. Я в предыдущем видео показывала, что я там хотела с той стороны пройти, но было все загорожено. Ну, часть, конечно, порвана, то ли люди, то ли ветер. Фиг его знает. Одинокий голубь. Вот. То есть у нас закрыты как бы скверы, да, скверы, площадя, гулять нельзя. Но тем не менее, я удивилась, что вот когда мы гуляли 3 дня назад, 4 в парке Антенка, то есть сквер Болдырева, там было все открыто. И вообще-то вот читаю интернет, вроде стараешься не читать, там лишняя информация не грузит свою голову, но сидя дома на самоизоляции, люди же не только сходят с ума от безделия, кому нечего делать, но и они должны дышать свежим воздухом, чтобы работал мозг, а людей заперли дома. То есть, в общем, вот эта самоизоляция, она не очень правильная, на мой взгляд, потому что люди должны все-таки гулять. У кого есть возможность там гулять на балконах, дышать воздухом, с детьми, естественно. Это же наше здоровье. Если мы не будем гулять, то значит, у нас будет иммунитет на нуле. Где мы будем получать вообще солнышко, свежий воздух? Слава богу, на Магадане у нас еще нормальный. То есть мы, вероятность заболеть больше, чем не заболеть, да? Потому что после зимы нам нужны и витамины, и прогулки, и так далее. Как бы на свежем воздухе. Так, я пошла на красный, потому что, в общем, машин нет вообще. Вообще, вот одна проедет и... Все, да, сори, что я показываю вам одни дороги, заодно и поболтаю. Так, мы пришли в тот район, где мы собирались гулять. Так, минутку, я одену капюшон все-таки. Анжела упаковалась, стало получше, полегче. Пустынный город, к сожалению, такое даже и днем. Может быть, чуть-чуть больше машин, но людей нету. Это рынок Ладья, который находится на перекрестке Лукса, точнее, Наровчатого и Гагарина. И буквально здесь заканчивается улица Наровчатого и начинается улица Лукса, которая коротенькая. В предыдущем видео я рассказывала, что она, в общем, одна из недлинных в нашем городе. Здесь сейчас вот такой торговый центр Ладья. На первом этаже находятся продукты, а на втором этаже вещи. Когда-то мы здесь были почаще, так как переехали, перестали здесь бывать. Раньше здесь торговали и русские женщины, и... В общем, всех знали в лицо. Сейчас в основном фруктами и овощами торгуют не русские. Они у нас по городу, наверное, самые основные, хотел сказать, производители. Нет, не производители. Ну, те, кто занимаются торговлей овощей. И не всегда то, что они продают и говорят, что это Азербайджан. Нифига! Купили мы этот Азербайджан за 600 рублей. Помидоры отстой, огурцы отстой. Врут. И косят деньги. Не верю. Мне бы хотелось, конечно, чтобы у нас в городе все-таки на наших рынках торговали
наши местные жители. И местной продукции, и вообще. Вот. Как-то у них приятнее все покупать, зная, что не обманут. Если что, можно по лицу надавать. Так, шучу, конечно. Так, раньше помните, кто жил в Магадане? Здесь был такой спонтанный рынок с скрытыми навесами. Ну, сейчас вот такой рынок. Так, и вот это дома по Гагарина 33. Не буду обходить далеко. Пройдемся по дворам быстренько, потому что сегодня такой ледяной ветер, что я предполагаю, что... Так, кстати, там магазин «Адмирал». Ну что, давайте дойдем все-таки. «Адмирал» покажу вам, потому что его отремонтировали, там сделали ступеньки, и все так красиво и путем. В общем, что, ветер, холодно очень. Благо вот капюшон и куртка у меня непродуваемая. Вот так я упакована вся. Машу вам рукой. Видите, хорошая куртка, не продувается в ней. На лыжах, конечно, бегать жарко, она спортивная, но гулять в ней само то. И я, когда холодно, ее всегда одеваю, несмотря на то, что она не зимняя. Так, ну и здесь вот мы гуляли вчера. Это район магазина «Ветеран». Смотрите, ваши окошки, кто здесь жил, кто уехал, кто еще живет. Люди гуляют с собачками по утрам, начало восьмого. Магазин какой-то, мясной дискаунтер. О, про, мне говорили про него, что там низкие цены. Надо было бы заглянуть как-нибудь бы. Потому что покупать торговый, очень дорогой магазин. Очень. Цены намного выше на многие продукты, нежели в Лете и в Мегамаге. Все-таки такие большие супермаркеты, у них больше оборот, естественно, цены ниже, мы привыкли там отовариваться. И если сравнивать даже вот с этим «Адмиралом», в «Адмирале» выбор меньше, естественно, и цены выше, так же, как в «Олимпе». Ну, это понятно. А еще меньше магазины продуктовые. Ну, на все, конечно, цены повыше. Поэтому стараемся закупаться, выезжая в «Мегамаг». Но сейчас в связи с этим коронавирусом мы даже туда не ездим. Вот начали бегать по нашим соседним магазинам, но, увы. Ну вот, средства, например, для мытья. А, нет, подожди, я салфетки брала последний раз в Мегамаге за 40 рублей, а в соседнем магазине за 140. Это, по-моему, вообще перебор, да? Так, вот «Адмирал», какой сейчас сделали. Полностью его били. Я, если честно, смутно представляю. Это же была школа-магазин, если помните. И я уже вот как-то из памяти стирается, какое здание было раньше. Разве что, может быть, посмотреть на каких-то фотографиях ретро. Но я вот обойду все-таки его, покажу, и мы зайдем во двор там. Вот так его отремонтировали. За последний год сделали такую обивку, обшивку, может, чуть больше, я не буду говорить. Так, а вот с этой стороны, помните, это да уже много лет существует, или сейчас я не знаю, в общем, существует он или нет, ресторан, там бар, суши-оки, да, суши-оки. В данный момент там никаких вывесок нету, кроме вот маленькой, режим работы. Там написано какая-то контора, товарищи. Медвежья гора. Господи, товарищи, суши-оки не существует. Интересно, интересно. Вот это сюрприз. Сюрприз. Но я знала, что он сдулся, и они только оставляли развозку суши, доставку на дом. Все. Оказывается, его вообще уже нету. «Адмирал». Это ГАИ район. Напротив общежития, училище какое-то, да? Ну, кто знает, кто здесь учился, знает. Я толком не скажу, что это за ПТУ. Боже, какой холод! У меня замерзли пальцы. Так, здесь немножечко бардачка, но, по крайней мере, это лучше, чем было раньше. Здесь типа заасфальтировали, теперь можно здесь поставить машину, когда
приезжаешь сюда, где, кстати, хороший спиртной отдел. Хороший спиртной отдел в Адмирале. Да-да-да. С ценами неплохими. Вот у них выбор более-менее. Мы там иногда вино покупаем, хороший виски и коньяк. Так, кольцевая сколько-то, не знаю сколько. Я не вижу. Но вижу, что дом вот такой. Так, идем дальше. С утра прям еще все замерзшее, лужи. И... ой, пальцы отваливаются. Я по ступенечкам забралась выше Адмирала. Гагарина 35 двор. Я никогда его не разглядывала, оказывается, тут сбоку такие пролеты застекленные. Так, пройдемся по двору. Я смотрю, там детский садик. По-моему, он был... ой, точно не скажу, это кольцевая 38Б. И, наверное... а, ну, чувствую... кстати, да, чайки прилетели уже на всех помойках, чайки. У нас помоечные птицы, к сожалению, они. Детские площадки практически в каждом дворе. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Если бы я была молодой мамочкой, я бы, наверное, так не сказала. Сказала бы, что вы, такой ужас. У нас не везде, у нас ничего там не делается. Мне кажется, все есть. Но опять же, каждый судит со своей колокольни. Я вот гуляю по дворам и вижу, какие есть ужасные дворы, какие есть прекрасные дворы. Ну, вот такие дороги сейчас везде. Дома стоят так, что они загораживают, когда солнышко греет, они загораживают вот эту часть. И здесь ничего не растает, наверное, до середины июня. Вы не поверите. Так, 38А, а там, наверное, 36, может быть. Так, пройдемся. Вот этот дом, который построили для ФСБ работников. Красивый, да, такой. Мне нравится. Так, я надеюсь, что мы пройдем с той стороны. Так, я, по-моему, сюда водила ребенка когда-то, когда он у меня болел. Этот детский сад был с таким с усиленным питанием. И, если я не ошибаюсь, и, по-моему, он... со всякими процедурами, совсем. Это Гагарина 33. Ух ты, как этот домик спрятался, 33. Вот он поперек, получается, стоит. Ну и народ едет на работу. Не только едет, идет. Так. Товарищи, как приятно порой, когда ты гуляешь, а тебя в городе встречает человек, например, мужчина в маске, говорит: ой, это вы. Ну, я понимаю, о чем речь. Я вас смотрю, ваши прогулки, ваши путешествия, Рамагадан. Спасибо большое, что вы не стесняетесь подходить, если честно, настолько приятно. И приятно, что смотрят не только в Магадане, но и на другом конце, на разных концах света смотрят видео и гуляют со мной по Магадану и путешествуют, у кого какие интересы, люди. По утрам за чашечкой кофе. Интересно, здесь провалюсь или нет? Я хочу там напрямки в арку выйти. Да, столько у нас снега. А конец апреля,
22-й, по-моему, сегодня. Я вчера дату попутала, вчера было 21-е. Но я не думаю, что это столь важно. И вот поэтому очень приятно знать, что кто-то начинает с тобой день. Потому что я знаю, насколько это интересно, допустим, когда я начинаю сажусь там в своем кабинете работать или заниматься какими-то делами. И я начинаю с просмотра Ютуба, любимых блогеров, каких-то путешествий. Если у кого-то нету свежих путешествий, я там листаю ленту в Инстаграм, там тоже девчонки много выставляют, ездят. И то, что меня интересует, это про моду, про путешествия, про шитье, кулинария. Ну, в общем, у каждого свои интересы. И очень здорово, что кто-то разделяет мои интересы и начинает день со мной, и заканчивает его со мной. Поэтому спасибо всем тем, кто смотрит, и спасибо всем тем, кто подходит ко мне и говорит о том, что он... Я-то решила здесь обойти, потому что там есть магазинчики, я покажу улицу, хоть мы гуляли там недавно. Кто здоровается и говорят, в реале, пощупать, потрогать можно, разрешаю. Вот, кто будет в Магадане, пишите, пишите. Думаю, что увидимся, и рада, что в прошлом году приезжали люди, Марат, Олег. Олег, жаль, что не увиделись, постеснялся подойти. А теперь понимаешь же, что зря, да? И я зайду сейчас на асфальт, ну, на тропинку, чтобы не здесь под домом идти, чтобы дом показать чуть-чуть дальше. Вот мы в районе университета, который раньше был ХПИ, а сейчас называется Северо-Восточный государственный университет. Вот, он тоже не работает. Я, насколько знаю, студенты на удаленке, преподаватели тоже бедные, кошмар, на их плечи упало. Вот, выдохлась. Говорю одну длинную мысль, да, и запыхалась, но по ступенькам шла. Простите, простите, я вообще смотрю, тяжело дышу, вот, когда я хожу. Надо, наверное, больше нам ходить, но, увы, увы, в данный момент у нас все движения наши ограничены. Ну вот сколько можем. Смотрите, какая чудесная аллея, да? Летом здесь хорошо. У нас город лиственниц. Так, мысль, которую я начала еще внизу, идя по ступенькам, я благополучно забыла. Но я думаю, что в процессе я все вспомню. Да, вот здесь вот парикмахерская с таким, точнее, салон красоты с названием Валькирия, товарищи. Представляете, Валькирия. Ну, кто знает вообще, что это за слово? Это же надо придумать такое было. Она существует, кстати, очень давно. Никогда я не была здесь. Это какая? Ногтевая студия, да? Ага. А это просто парикмахерская, к которой мы иногда бегали. Мне нравилось, как здесь стригли некоторые девочки. Потом там меняются, конечно, парикмахеры. Я перестала туда ходить. Так, вот еще дома тоже новостройки. Кстати, вот здесь написано, что тут барельеф висит, что улица Сергея Наровчатова. Я, по-моему, он писал стихи. Не буду утверждать, но, по-моему, да. Наш спортивный комплекс, господи, футбольный комплекс, как он называется, короче, подсказывайте. Ой, про детский сад я попутала. Мне кажется, что вот этот детский сад, мы ходили в этот детский сад, а тут обычный. Вот, наверное, да. Потому что я помню, что я водила ребенка здесь. Я там не пойду и не пройду, потому что там школа и загороженной прохода нет. И далеко обходить, чуть ли не по кольцевой. Поэтому вот 24-я гимназия. Розовенькая, красивая, когда-то, в 90-е годы, пока я не ушла в декрет, я работала в этой школе преподавателем трудового обучения у девочек. У меня были 4-й и 5-й классы, и 10-е, 9-е и 10-е. Товарищ, так было интересно, мне очень нравилось. Вообще с детьми тогда, я была молодая, мне было 24-25 лет, 26, нервы еще на месте, все хорошо. То есть с детьми работать получалось нормально.
не вернулась в школу только потому, что в те годы мне как-то не нравилось, когда тебя прессуют. Начальство школьное заставляло постоянно все праздники горбатиться буквально, стирать шторы, шить бесплатно шторы, скатерти. Меня это бесило, потому что любая работа стоит денег. Так, спортсмены, что ли? Точно, у нас спортсмены в городе. И меня бесило, что в любой момент надо было меня сдернуть, чтобы я на завтра постирала шторы, скатерти, накрыли стол. Вот трудовики этим занимались. Меня это вообще раздражало. И я решила в школу не возвращаться. Ушла в декрет и так и не вернулась. И почти на этом моя вся карьера закончилась. Я имею в виду вообще. Я с тех пор всю жизнь работала дома. Так, мы пришли в район. Уже вот рукой подать Карла Маркса. Мы дальше Карла Маркса не пойдем. Кстати, здесь то ли за домами, то ли нет вот той трубы, что на Гагарина. Здесь практически нет ветра. А, Колымский, господи, спорткомплекс. В этот район мы зайдем потом, потому что там есть школа искусств, художественная школа, еще что-то. Мы потом погуляем в следующий раз. А сейчас вот мы прогуляемся по вот этим дворам. И покажу магазины, которые здесь остались и добавились. Салют, насколько вы помните, он существовал здесь, по-моему, испокон веков. И чего здесь только не было. А сейчас это магазин, связанный с строительством и ремонтом. Ковровые покрытия, обои, краски и так далее, так далее. Там вообще строительные материалы, все герлеон называется, и отделочный материал. Я не знаю, разные они или нет, но, по-моему, там, где отделочные материалы, это салют, то есть относится к нему. Просто герлеон влез куда-то там. Третья поликлиника так и находится на месте, она существует. Это третья детская поликлиника. А здесь вот раньше, где вот строительный материал, написано, было кафе такое в подвале, и неплохое кафе, мы там несколько раз были, потом как-то в какой-то момент оно исчезло, видимо, сдулось. Там сделали магазин с дверями и строительными материалами. То, что здесь ломбард находится, я только заметила, сбоку пресса. Не знаю, насколько она популярна. Вот не бываю я сейчас здесь. Ну, то есть я бываю здесь как? Проезжаю. И, в общем, все на этом. Гуляем-то редко. Ну, вот если посмотреть туда, вдаль. Даже дом видно. Тут все так рядышком. И вот я понимаю теперь прелесть жизни. Мне всегда нравился этот район. Я же жила здесь, вот за Колымским, на Болдырево. То есть вышел и пошел. Тебе не нужна машина. Только на дачу съездить, на море. Машина у нас была всю жизнь. Поэтому здесь ты ходишь пешком. Сколько строит маршрутка, ты не знаешь. Потому что во все стороны можно дойти пешком. Надо в центр. Ну, а маршрутки раньше ходили нормально. Сейчас во время коронавируса они ходят по какому-то расписанию. То ли выходного дня, то ли у них особенное. Чтобы люди могли добираться утром на работу, в обед на обед, а вечером домой. Вот как-то так. Да, кстати, слово «как-то так» я буду убирать из своего лексикона. Мне написали, что это у меня слово «паразит». Но если оно единственное безобидное, я думаю, что это простительно, правда? Пойдемте нырнем в эти дворы. Недавно мы гуляли здесь и там немножко дальше Карла Маркса. И сегодня я прочитала комментарий: снимите дом на Карла Маркса 76. Вот я сейчас посмотрю, вот это 78, я думаю, что 76 дома там. И пойдемте пройдемся по двору. Я как бы повторю место, где мы уже гуляли, но кто-то смотрит. Трудно найти, наверное, моих видео, разобраться, где, когда мы гуляли и с кем. Потому что подписать все улицы в названиях просто нереально. Я пишу только в комментарии, в описании под видео, где мы ходим и когда это случилось. Вот. То есть время года, там дата. Ну, время года понятно. Так, вот, кстати, 70 какой-то дом написано. 76, что ли? Сейчас поглядим. Вот. И
Гуляем-то много и езжу много. Кстати, написано, что это 78-й, нет, 76-й. Хоть вот это был 76-й к дому. Нет, это 78-й. А 76-й значит на ту сторону. Ну, погуляем в следующем видео. Я не пойду на ту сторону. Сейчас вот 78-го начинаются и дальше, да, я так поняла. А 76-й на ту сторону, напротив Карла Маркса, 65-67 дома. Так что погуляем, ну, не завтра, завтра я, наверное, не смогу, но на днях обязательно. Так что смотрите следующие видео и обязательно покажу вам ваш дом. Все остальные заявки, которые я сегодня прочитала в комментариях и под публикацией, я все записала себе и потихонечку, вот если будет возможность продолжаться гулять по утрам, то мы догуляем до тех мест, там на Пушкина даже. Нет, я сильно не обещаю Пушкина, но на машине туда съездим. Я понимаю, что вам пешком, наверное, приятнее гулять, потому что мы больше обхаживаем и обсматриваем. И эти видео, конечно, интересны, наверное, только для тех, кто в Магадане жил. Кто живет, не так интересно. Так, посреди двора вот такие вот будки. Вот в том дворе мы гуляли, я тут немножечко походила, поснимала. Ой, скользко сейчас, вот такие колеи, очень неудобные везде. Ой, и неизвестно, в каком году это все растает. Ну, как раз пока мы сидим на самоизоляции. Пока мы сидим дома, а так незаметно придет лето. Так, на помойке не смотрим. Ой, боже, она какая ужасная. Видимо, по-разному у нас помойки убираются во дворах. Народ с собаками гуляет. Так, я не пойду, наверное, в этот район, потому что мы действительно здесь были недавно. Когда мы ездили, смотрите видео, мы ездили на бухту Гертнера кататься по льду. И вот в этом видео, или рядом, перед ним, за ним, есть видео вот этого двора. Мы здесь погуляли с мальчишкой еще. Мальчишка тут на горку залез. И мороз был жуткий, ветер ледяной. Такой мальчишка смелый катался. Тут вообще пипец. Ну вот, вот так вот. Так, ну все, я не пойду дальше. Вот Карла Маркса, там дома. Это в следующий раз территория Соматика и так далее. Кольцевая 28А. Хороший двор здесь, очень зеленый, летом очень, вот эти дворы, старые хрущевочки, но здесь так уютно и хорошо. Здесь где-то живут мои знакомые, по-моему, здесь мы были в гостях, да? Танюшка, привет маме и папе, надеюсь, они в порядке. Тоже территория, видите, с детской площадкой. Просто сейчас очень много снега. Больше, чем по талию. Вот это все должно растаять. И... Ну и летом будет здесь классно. Так, что еще хочу сказать, товарищи? Большое вам спасибо тем товарищам, которые говорят, что они умудряются засыпать вечером под мой голос. Ой... Андрей, господи, я путаю остров Кипр или Крит с женой, которые меня смотрят на подзавтраки или подужины. Большое вам спасибо за то, что вы мне дали узнать, что такое ASMR-видео. ASMR, да? Что это, а что оно из себя представляет? Ну, так вот мне некоторые говорят, что под мой голос они засыпают, что я так мурчу, и у меня или тембр, или интонация такая, что... Кстати, вот это, наверное, детский сад, да? Да я не помню, куда я ребенка водила, или туда, давно это было, именно лечебный. Вот. Короче, под мягкий тембр люди спят. Успокаиваются, релаксируют, и что мне можно вести ASMR-видео. Кто не знает, поглядите в интернете, прикольная штука. Ну, я себя не ощущаю в этом.
Ну, как-то не готово. Там такие девчонки сидят красивые. Они шепчут, что-то мут в руках. Ну, и делают вид, что они такие сексуальные. А на самом деле некоторые из них такие страшненькие. Поэтому я даже экспериментировать не буду. Пожилая женщина на выданье. Ну, в смысле, на пенсии. Карла Маркса 80. А, ну, вот обошли мы все с вами. И вернемся домой. На сегодня... Кстати, да-да, в общем, спасибо вам за сравнение меня с эсмеристками. Не буду даже экспериментировать, а просто буду снимать. И если вам хочется уснуть под мое видео, ради бога. Кому хочется быстро погулять, ставим на ускоренный, гуляем быстро. Знаете, еще хочу сказать, я в этой школе, когда работала, это были 90-е годы, в 90-м я пришла после ателье, после того, как художником-модельером отработала, удрала в школу, потому что здесь были зарплаты в 2 с чем-то раза выше, то есть хорошо получала в те годы. И у нас был очень хороший молодежный коллектив учителей, очень хороший. И мы тогда подружились и со многими общаемся до сих пор. Это были... Физики, историки, англичане. Людмила Николаевна, я подружилась, ученица по английскому. Мы дружим до сих пор. Комарова и многие другие. Некоторые меня помнят, мы еще здороваемся, общаемся. Кто-то меня не помнит, хотя не знаю, не помнить Анжелу. Прям такого быть не может. Шучу, шучу. Так, поэтому... Продолжу тему. Спасибо всем тем, кому нравится мой голос. И большое фи тем, кому он не нравится. Потому что некоторые умудряются... Ой, я так ржу. Они пишут порой. У вас такой мерзкий, противный, писклявый голос. Да, у меня высокий голос. Когда я пою, у меня даже сопрано бывает. Но он же не писклявый. Ой. Когда по телефону отвечаю, мне говорят, позовите, пожалуйста, маму к телефону. Я говорю, я мама, если уж не больше. Уже далеко даже не мама, уже, может быть, и бабушка бы была бы, если бы дети подарили внуков. Ой, мне. Ой, товарищи, погуляла с вами, как хорошо. Заметьте, мы когда вышли, народу практически не было. И вот вижу сейчас детский сад, все-таки в детский сад детей водят. Я думала, что садики закрыты, не закрыты они. Видимо, все-таки какая-то там... Удивительно, удивительно, садики не закрыты. Надо вот сегодня узнать. Да, здесь не скоро нам ждать концертов. Здесь же концерты проходят, когда к нам приезжают какие-то артисты. Здесь такая очередь стоит. У меня есть как-то видео. Я не помню, на кого я ходила, кто приезжал последний раз, попала на концерт. Причем одна была. Мой, по-моему, на работе был. Вот. Ой, прогулялась с вами хорошо-то как. И прогулка, и воздухом подышали. И, в общем, можно, можно. Хотя я слышала, что будут меры усиляться по борьбе с нарушителями, самоизоляции. Но я себя к таким не отношусь. Я же с дома вообще не выхожу. А утром прогуляться, подышать воздухом, я считаю, это очень нормально. Особенно, когда на улице нет народа. И вообще, конечно, сейчас уже до маразма скоро дойдет, когда люди друг от друга шарахаются. Я понимаю, что никто не хочет заболеть. И... по прогнозу, и вообще не поймешь, какое будущее у нас. И учитывая, что есть очень нехорошие случаи, у нас даже знакомые уже заболели. Ой, боже, кошмар, не в Магадане. Но тем не менее, товарищи, это все тяжело, это же... Ну, короче, болячка нехорошая. Переживаешь за всех, за себя, наверное, меньше всего, чем за всех. О, ну да, да. Переживаешь за детей, за родных, за маму, которая каждый день умудряется выходить из дома. Представляете, каждый день, ей почти 70 лет, она выходит из дома. Зачем? Зачем ты ходишь на эту работу? Ой, блин. Со своим здоровьем. И сделать ничего невозможно. Поэтому я-то думаю, что у меня будет все хорошо. Но мы все так думаем. Но лишь бы близкие не болели.
Потому что если они заболеют, переживаний будет еще больше, чем за себя. Смотрите, какая лейка хорошенькая, да? Красотища, что в эту сторону шли, что в другую. Ой, для тех, у кого там весна, опять же говорю, для них будет это, ой, да ну фигня какая-то. Снег, как он надоел. И когда я приглашаю Магадан, да лучше вы к нам. Мне так фраза немножко раздражает, потому что кто не был в Магадане, он его не знает. И у них уже еще остались такие понятия, что это такой северный край, где одни зэки. У нас, кстати, Магадан по преступности на самом таком низком уровне по стране. У нас тихо и спокойно, так что приезжайте к нам в Магадан. Если будете, обязательно увидимся, пообщаемся и съездим на море, выпьем рюмочку чая где-нибудь в кафешке. Буду рада увидеть всех, кто захочет побывать в нашем городе. Наверное, у многих здесь еще остались друзья, родители. У кого-то дети, а они уехали. У кого как. Вот. Ну и всех я вас жду на прямой эфир, у кого будет возможность, потому что хочется поболтать и поделиться одной радостью с вами. Прямой эфир будет 28-го в 7 часов вечера, то есть в 11 часов по Москве. Как видите, люди идут на работу, а мы с вами гуляем. Сейчас, наверное, около 8 утра. Я такую пробежку сделала, что... Видите, мне тепло, мне жарко в моей куртке, это здорово. Вот. И я к тому, что надо уже пообщаться. Я хотела его сделать завтра, в пятницу, но как-то морально не готова. Да и дома надо убраться. Прямой эфир для чего, Анжели, нужен? Чуть-чуть убраться дома. Прямой эфир будет из дома, не с улицы, естественно. Здесь прохладненько. Хотя я думала вот так, что можно утром выйти часов 6. На западе еще 10 вечера, у кого 9, у кого 10. В общем-то, можно сделать утренний эфир. Но я могу и замерзнуть. То есть погода... Так, а это я. Ой, так, подождите, у меня здесь палка снега. О, вот так вот. О, так, подождите. Вот. Закругляюсь, дует ветер, наверное, плохо слышно. Готовьте вопросы, готовьте чай, булочки, плюшки, у кого есть. У вас будет это утро, у меня будет вечер, я могу не только плюшки с чаем. Ну, поболтаем о том о сём, потому что вопросов накапливается, и мне многие задают вопросы разного плана совершенно, и про жизнь в Магадане, и так далее, и про путешествия, и про видео, и также и в Инстаграме, потому что многие подписались на мой профиль в Инстаграме, там я почаще бываю, побольше показываю, и задумалась. Проще иногда все-таки выйти в эфир и пообщаться. Поэтому не сидите тихо, общайтесь, задавайте вопросы. Буду рада всех вас видеть. Ну а пока на этом я прощаюсь с вами. И как я говорю в конце всех своих видео, с вами была я, Анжелина Джоли, из Магадана, из нашего весеннего Магадана. До следующих встреч!